Сегодня у нас 5 апреля. Давайте посмотрим на наши нарциссы, которые были посажены в прошлом году в ячейке из-под яиц. Какие они получились уже вот в этом году. Смотрим. Видите, уже здесь сформировались такие четкие полянки, каждая по размеру ячейки. И здесь мы видим, что уже количество бутонов гораздо больше, чем в прошлом году. Вот смотрим, здесь на каждой поляночке, почти на всех, у нас есть ветерок, здесь дует, конечно. Ну вот, вот такая картина на сегодняшний день. Пока бутончики. Когда зацветут, снимем еще. Сегодня 10 апреля, и в моем саду цветут вовсю нарциссы. Смотрим их, эти нарциссы растут на этом месте уже много лет. Вот такие замечательные цветочки. Вот они на ночь не закрываются, и ночью тоже такие желтенькие солнышки. Вот единичные нарциссы здесь тоже растут. Смотрим дальше. Тоже это потеряшки. Это те нарциссы, которые были луковицы случайно в саду. Где-то найдены в каких-то местах. Я их сажаю на вот эту вот клумбу, которая у меня сборная. Вот такие нарциссы. Вот такой вот замечательный цветок. Сегодня у нас 15 апреля. И я хочу вам показать те нарциссы, которые были посажены в позапрошлом году в ячейке из-под яиц. Но вот, к сожалению, сейчас дует ветерок. И, конечно, он повалил эти цветы. И поэтому вот те полянки, которые были отдельные, ну, получается, завалились. Вот. Но если посмотреть снизу, то все равно видно, что здесь у нас отдельные полянки. Вот 4. Раз, два, три, четыре, пять полянок. И на каждой полянке растут наши нарциссы. В этом году их стало гораздо больше, чем в прошлом. Они стали более крупными, поскольку луковица выросла. Ну и выглядят они уже посолиднее. Вот эти нарциссы. Ну, наверное, все-таки для декоративности полянки нужно было сажать друг от друга подальше. Наверное, было видно каждую полянку отдельно, и они смотрелись бы лучше. Или же нужно было связывать. Но связывать это как-то не особенно выглядело бы. Ну, вот такая вот картина с теми нарциссами, которые были посажены в ячейке. А вот смотрите, наступил вечер. Ветра нет, и наши нарциссы стоят уже здесь, как солдатики, вкопанные вертикально. Вот один только свалился, который в прошлый раз так и остался. Вот картина здесь уже выглядит более впечатляюще, чем было в первый год. Здесь много цветов. Все не цветут, все раскрылись. Ни цветущих нет вообще ни одного. Вот такая вот картина на сегодняшний день по нарциссам, посаженным в ячейки из-под яиц. Ну что, до новых встреч!